Trochę papryc tam wydaje. Салом и всем, друзья, с вами 2HP, и сегодня мы снова играем в Totally Accurate Battle Simulator. Еще раз приветствую всех, кто соскучился по сей замечательной игре на этом канале. Значит, мы нашли всех секретных юнитов, мы прям молодцы, их прям было очень много. Аж на 3 серии у меня получилось видосов. И сегодня, как я и обещал, начинаем проходить кампанию египетскую. Вот она вот здесь вот находится, особнячком. Egypt, как вы видите, The Egypt Campaign. Погнали. Так, давайте проверим настроечки. Нам нужно включить хпшки. Без хпшек проходить немножко как-то некомфортно. Вот таких небольшими сделаю. Все, погнали. Первая карта называется Amidst the Dunes. Так, как и во всех компаниях, нам сначала будут не давать новых юнитов. А здесь, кстати, блин, а мы искали... Подожди, а там целая фракция египтян, да? А мы искали только секретных, а здесь еще обычные же юниты есть. Ни хрена себе. Но сейчас как раз-таки в компании они будут нам недоступны. Мы будем отбиваться обычными. Давайте посмотрим, 1500 нам дали. Какие-то кнуты, хлысты и маги. Не знаю, насколько они могут быть опасными. Давайте я поставлю 1, 2, 3, 4, 5 камнебросов. Чисто так, поддержка с воздуха. 3 протекторов. Я не знаю, почему я ставлю из трайбала, потому что она у меня открыта. Потому что дешево и сердито. Вот здесь поставлю одного шамана. И у меня даже еще 160 осталось. Я могу копейщик сюда одного поставить, который кого-нибудь заваншотит, захедшотит. Прям красиво. Давайте посмотрим, что они делают. Мне сейчас, по-моему, нахлобучат. Это точно. Что это за вихрь такой? Что это такой за вихрь? Зачем? Зачем он нужен? Кидайте камни. Быстро кидайте камни, а то не видать нам победы. Хорош, камни закинуты. Песочные шары пропали. Хорош! Это был расчет на камни... На... Как его, господи? Ну, на него. Кто копья бросает? Копьеброса. Так, мы живы, мы живы, мы живы, мы живы, мы живы. Камни живы. Смотри, сейчас 2 выстрела камнями, и все. Крупный калибр и минус, чувак. Так, ну это было несложно. Это прям, да. Прям одним трайбалом я справился. Филигранно. Смотрим, что дальше. Так, лысые чуваки с бумерангами. Бумеранги я искал. И... Нет, ну этих-то я... Тибросов-то... Почему я тогда не помню мага того? Очень странно. Хорошо, это чуваки, которые кидаются змеями. И чуваки, которые кидаются бумерангами. И у меня есть уже побольше денюшек. И я бы на самом деле поставил какого-нибудь дракона. Какого-нибудь дракона, потому что они пустят кучу змей. Куча змей нам нужно сагрить на себя кем-нибудь. Вот, допустим, блин, минотавром было бы классно, если бы хватило на него немножко. Щиты? Почему бы нет? Щиты сагрят на себя всех змей. А я вместо... они змеями, короче, и я змеями. Вот так вот, 1, 2, 3, 4. Хорош. Смотри, короче, они все агрятся на щиты. Кидают... Они убили. Они их убили. Но я кинул змей. Я кинул змей и дракон. Дракон делает свое дело, но тоже быстро умирает. Ни хера не понятно. Я вообще не понял, что происходит. Так, змей плюй и кидайте. Кидайте змей срочно. Так, ну с его стороны змеи. С моей стороны змеи. В принципе, баланс соблюден. Но с его стороны что-то много змей. И вообще, ты посмотри, это кобры. Это какие-то кобры. У меня обычные змейки, ужики. Ну, безобидные. А у него там прям какие-то кобры. Зараза. Так, 2000. О, я Зевса могу поставить? Ту, серьезно, я Зевса могу поставить? Так я беру, ставлю Зевса. И беру просто пизантов, навтыкиваю тебе. Ну, только не так бездумно. Надо думно смотреть. Та-та. Шашечкой. Шашечкой ставим пизантов. Шашечка все решает. Вот так. Посмотри на эту неубиваемую армию во главе с испуганным Зевсом. Ну, что ты... портишь все. Че ты испугался? Здесь всего лишь какие-то бумеранги, всего лишь какие-то змейки. Сейчас пизнанты всех на себя сагрят, а ты молнии всех убьешь. Давай. Ты должен был уже 2 раза стрельнуть. Севс. Севс, давай. Хорош, хорош, хорош. Змеи ему практически ничего не сносят, и это очень радует. Он сейчас потихоньку, постепенно все снесет. Но пизнанты, кстати, не выполнили свою задачу. Их задача была агрить на себя какое-то время. Змей, по крайней мере.
Но они быстро все подохли. Змеи с пизнутыми прям вообще как... Давай, давай, все, змей убил. Змей убил, она под мостом, не трать на нее время. Зевс очень жирный, конечно, прям вообще. Мне кажется, ему нужно было быть немножко дороже. И это была вторая карта, Изич. Так, это что за хитрые ходы, я не понял. Я только-только начал привыкать, что я слева. Тут Херакс меня перебрасывает направо. Вот это вот нечестно, ты кто такой, камнеукладчик? И хлысты. А что делают камнеукладчики? Дай-ка я подожди. Я так чисто про... Блин, слушай, они, наверное, какие-то сильные, потому что мне дали 4000. А что если я на все 4000 поставлю... этих какого? Дубинщиков. Вот они прямо из-за пирамиды к тебе пойдут. Прям змейкой. Ну-ка, давай смотреть. А, вот они что делают. Это прям какой-то Трамп. А это что такое? А, это ХП стены. Отлично, это ХП стены. И что, я не пройду пока... А, да ладно, вы охерели, что ли? Так, ну мы берем массой. Мы берем количеством. Мы сейчас просто зерганем. Смотри, смотри, пока все хорошо. Они построили стену, но пару моих юнитов, да даже не пару, оказалось вне ее. Вне системы, так сказать. И синих хпшек гораздо меньше. Красных прям вообще преобладает. Но оба камнеукладчика... Блин, как она сильно дамажит, просто охереть. Оба камнеукладчика живы, я не знаю, что с ними делать. Мы просираем. Ага. Так, ну это была не стратегия, это просто нам нужно было понять, что делают камнеукладчики. Я, в принципе, понял. Я понял, знаешь что? Я понял, что мы их катапультой сейчас будем хреначить. Или даже не катапультой, подожди. А что будет, если я поставлю балун арчеров? Какое-то количество. Самураи у нас будут на отвлечение. Ни хрена, я такой мажор. Самураи на отвлечение. Балун-арчеры должны перестреливать стену. Ага, нет, они ее хотят поднять. Давайте, стреляйте, пока ее нет. Давай, стреляй, стреляй, стреляй. Стреляй в камнеукладчиков, стреляй. Охренеть, стена убила всех моих самураев. Я в шоке. Блин, отойдите от стены, она вас сейчас прихлопнет. Ну че вы такие топые-то? О, стена появилась совсем, совсем не там, где надо ему, но совсем там, где надо мне. Так, по-моему, мы, кстати, сейчас их... Это, если они разобьются... Смотри, смотри, смотри. Блин, ну они пока летят, они все равно делают стены. Это нечестно. Это вне правил вообще. Отойдите от стены! Какие-то странные хитбоксы у стены, кстати. Давай, вот, вот. Подожди. Не понял, а их чего, больше? А, их четверо! Мне почему-то казалось, что их трое. Нет, проигрышный вариант. Они какого-то хрена вообще оказались где-то справа, хотя были слева. Сейчас надо, короче, думать, как это все дело... Чего у тебя там с шеей было? Ну я, кстати, там не все потратил, не все деньги. Смотри, а если я поставлю два дракона и хвачу, и спирсроуэр, вот так, издалека не буду стрелять. Два дракона были призваны снести огненным потоком сквозь стену, кстати. Ты смотри, какая красота. Смотри, какая красота. А, я них убили. Все, один остался. Один, а у меня там хвача, мача, все дела. Все, все, ты понял. Кто еще живой? Почему он живой? Каким образом он? Или это стена? Не понял. Вы куда? Так вот они. Ну, как обычно, да, они вечно прячут юнитов. Все, да, это тебе не поможет. Так, ну кто еще живой-то? Где ты? Или это стена? Стена считается за юнита? Если у нее есть хп, то она считается за юнита. Да, и это победа. Опять меня налево. То меня направо, то меня налево. Так, камнеукладчик, камнеукладчик 2. Два мага, которые делают непонятные какие-то вихревые шары. В принципе, ничего страшного я в этих шарах не вижу. Я вообще могу поставить двух вампиров. Сюда вампира и сюда вампира. Они будут отвлекать, смотри. И скелетон, арчеры издалека, тактично, будут всех расстреливать, не попадаясь ни под какие стены. Потому что подлые стены. Подожди, а они же, они горящими стрелами? Да, они горящими стрелами пускают. Куда вы поперлись? Вам надо стоять вдалеке. Вам надо стоять вдалеке, а можно поджечь стену? Ну, пожалуйста. Ну, подожди. Давай. Хорош.
Как мне не нравится этот юнит, строящий стены, какая-то немножко дисбалансная, неудобная. Это, конечно, можно обойти тем же самым... Той же самой хвачей, я это сейчас прям классно сделал. Чё, у меня один остался, да? Но это, кстати, штука, она практически не дамажит, но она выводит своего юнита из строя. Он начинает вертеться, танцевать. Но видишь, она даже его убить не может. Хотя это один из самых слабых юнитов по хп-хе. Ну, это, конечно, да, это без шансов. А, козлы. И причем дали столько денег мало. А, я знаю, гангслингеры, я знаю. Сколько стоит он? 650, смотри. Тут стоишь, никуда не ходишь, понял? Тут стоишь. На меня смотри. Тут стоишь, никуда не ходишь. Твоя задача стрелять сверху. Все. Мне нужен какой-нибудь... О, Shadow Walker. Точно, 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 точно. Раз, два, три, четыре. И вот этих три. Тогда будет три, окей. И здесь два щита. Короче, что происходит? Shadow Walker'ы тпшатся кому-нибудь, зачем-нибудь. И со спины начинают их... Они, кстати, видишь, согрели стены. И теперь стены поставили там. И здесь мне ничего не мешает. Гангслингер начинает работать. Гангслингер работает. Отлично. Дальше, давай еще, еще. Пока нормально, пока без стен, пока прям хорошо. Так, стены пошли. Хорош. Все, уходи, уходи, уходи из этих вихрей, уходи. Пожалуйста, уходи. Эй, почему она так сносит хп? Это много, вроде без этого было. Смотри, она сейчас его убьет, да? Да. А что если вместо гангслингера, сколько стоит там прилич? О, стоит косарь. Ну, я могу себе позволить, в принципе, вот сюда его поставить. Сделали ли что-то Shadow Walker'ы? Сделали, потому что они согрели стену, и тогда враги поставили стену где-то тут. И это хорошо. А вот на атакующих я, наверное, поставлю, я даже не знаю, на берксеркеров. Они классно прыгают. Вот так вот, чпок, чпок, чпок. Прыжок, и все, никого нет. Значит, пизанта, ну чисто у меня остался просто. Остались деньги на пизанта. Вся надежда сейчас на лича, потому что он делает, если он делает тучку в правильном месте. Лич делает тучку. Лич делает тучку, задолбал. О, это все. А что, они всех убили? Они всех убили, остался личина. Ну, смотри, они, кстати, собрались в... А где туча-то? У меня что, какие-то настройки включены, что я тучи не вижу? Да ладно. Вас брендили, что ли, совсем? Давай я его сюда поставлю. Ну, кстати, странно. Странно, но берсеркеры очень плохо отработали. Не знаю, давай я заменю одного берсеркера на Shadow Walker'а. Смотри, вот он тпшится сюда. Непонятно, почему он тпшится на 2 метра от врага, хотя он должен тпшиться прям ему за спину. Так, тучка пошла. Почему я тучу не вижу? Что надо сделать, чтобы тучи видно было? У меня вроде настройки графики нормально стоят. Лич, давай, тучка. Хорош. Вторая туча была нормальная. Его, правда, сейчас, наверное, прихлопнет. Просто как моху. А я знаю. А сколько мне дали? А вот я два лича поставлю. Я даже, знаешь, что сделал? Я поставлю одного сюда. Одного сюда. Во, супер стратегия. Затяжная. Сначала убивают одного лича, потом убивают другого лича. Зачем ты здесь кинул? Потому что он атакует стену. Не надо атаковать стену. Хорош. Рабочая стратегия. Тюк рабочая. Сейчас вторая тучка еще будет. Так, вторая тучка. Да. Да-да-да. Хорош, хорош, хорош. Вот смотри. То эти шары ни хрена не сносят, то они просто ваншотят. Ничего не понимаю. Блин, ну они, кстати, не достают. Ну ладно, ладно, сейчас все будет. Сейчас все будет. Все, одного. Уходи! 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 Я не успел его схватить. Не успел схватить его. Не успел спасти лича. Так, ну норм. Я один и 4 врага осталось. Отлично. Баланс превосходный. Блин, мне получился какой-нибудь, знаешь, дальний юнит, ну, типа, какой-нибудь с мушкетом. Но они дорогие. Мне на мушкет не хватит там, либо. Ну, и либо один лич. Либо один танцующий лич и один мушкет, который пока лич будет всех отвлекать, мушкет будет всех... Ну просто лич в одно место тучу ставит и все. И потом жди пока откат, пока жди пока он натанцуется. Пока хоть не дамажит его. Это буря. Давай, давай, все, в одно место вы собираетесь, он пускает тучу и вы все умираете. Договорились? У вас все равно шансов нет, у меня другая стратегия уже готова, стратегия рабочая. А ты, пирамида, плавать умеешь?
Сейчас мы тебя научим. Сейчас тебя лич сбросит. Короче, я понял, это не магия, а какие-то просто саппорты. Что ты делаешь? Хорош. То есть я боялся, что они будут дамажить сильно. Это что за крокодили? Почему они так странно стоят? Подожди, не понял. Так а я налево? Направо? Так, я не понял, а почему они стоят на моей территории? Я вот вообще не понял. Нихера себе, вот ваша линия, вот тут и стойте, тут и плавайте. Вот это да. Смотри, крокодиловые наездники. Мне кажется, это очень быстрые юниты. Мне кажется, я сейчас буду отбиваться от них бонмагами. Классно, классно, классно. Раз, два, три, четыре. И вот так будет армия спирс-роуэров. Что вы на это скажете? Крокодилы. Ну да, они довольно, кстати, шустрые. Но это вас не спасет. Какой страшный звук, ты посмотри. Напугать меня хотел? Ну-ка, швырните их. Вы что, уже швырнули? Вы швырнули и никого не убили? Ну, кого-нибудь убейте хотя бы, крокодильчика одного. Ну, пожалуйста. Блин, нет, короче, мы трайбалом здесь одним не обойдемся, потому что какие-то сильные юниты, тем более медали нормально, так 5500, нихера себе, я могу два зевса поставить. А вот и страта подъехала. Два зевса. Два зевса, понял? И... Два снейкарчера. И все остальное. This is... Ой, так мало их, да ладно. This is Sparta! Ну, давай. Спартанцы, в принципе, будут танковать. Они еще чем-то... Стреляют вот этими косами своими. Нихера себе. Ничего, ничего, ничего. Сейчас там змея там прилетит. Зевс всех... Всех уравняет. Все порешает. Там еще змеи-бросы. Змеиные лучники. Давай! Блин, там крокодилы, походу, жирные. Я ничего не понял, но я проиграл. Мне вообще непонятно, что я не так сделал. Ну, два зевса оставляем. Два зевса прям... Хорошо, пусть стоят. Спартанцы плохо справились с танкованием. С танкованием у нас, знаешь, что хорошо справляется? Кактус, я тебе скажу. Я даже не буду от тебя это скрывать. Другое дело, что я их что-то не очень много могу поставить. Майнеры тоже, кстати, жирные. Давай так попробуем. Зевсам просто не хватило элементарно времени на то, чтобы всех... Всех убить своей смертоносной молнией. Все равно очень пока мало, очень мало, точнее очень много синих хпшек. Надо меньше синих хпшек. Больше красных хпшек, меньше синих хпшек. Да посмотри, как они его грызут. Охереть. Эти крокодилы, они очень жирные и очень дамажные. Их никто не в состоянии затанчить. Вы не оставляете мне выбора, как поставить. Дай-ка я посмотрю просто, насколько они эффективны. Ну-ка давай. Выстрел. Три. Два. Вот так я буду смотреть. Один. Мимо. Мимо. Все промо... Нет, кто-то попал, кто-то кого-то убил. Перезарядка, давай! Хорош, хорош. Один крокодил. Вот в чем проблема этих юнитов. Точнее, их хорошая проблема. В том, что, типа, они убивают наездника, а крокодил дальше ползет и грызет всех. Так, 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 так. С другой стороны. Алло. Сколько раз вас... Вот это ты бросил, классно, конечно. Слушай, ну это было прям, ну, хорошо. Мне вот не хватило... Немножечко. Может мне... А, не хватает на танк, да? Ой, жалко, на танк не хватает. Короче, ну-ка, стой, подожди. Держи, куда-нибудь там. Сам определись, куда поедешь. А муж деда и все сделают остальное. Смотри. Блин, как они мало взрываются. Ай, хорош, ой, все. Мне и сумка, и туфли с крокодиловой кожи просто обеспечены. Столько крокодилов. Все, вы мертвы. Все, остался один ненаездник. Нет, два ненаездник. Не, подожди, там еще откуда-то ползут. А, он просто не вылез. Ха-ха, ты застрял. Я сейчас к тебе приду. Я пошел. Давай, мы пошли. Давай, подожди, не заметил. Извиняюсь, не заметил. Охренеть чуть. Так, перезарядка, они вылезли. Я стреляю в наездника. Я танчу. Ах ты, сварь. Нет, тихо, подожди. Дай мне. Я должен это сделать. 3, 2, 1. Хэдшот. Да хватит меня убивать, ты сколько можно. Блин, подожди, я не рассчитывал на... Откуда они лезут?
Подожди, я так все хорошо со всеми справился, вот они откуда. У него тоже затяжная стратегия. Тут еще один мост! Я что-то этого вообще не видел. Тут еще один мост. Все, тогда стратегия нерабочая. Нет, я, конечно, сейчас просто вот включу, посмотрю. Вдруг здесь в Тапсе такое бывает. Отстрел крокодилов. Может, я все испортил тем, что брал на себя управление. В принципе, тоже может быть. Убей его, не надо, минус! Да-да, не надо. Хорошо, хорошо. Хорошо. Блин, да они их тоже, кстати, не ваншотят. Вот это что сейчас было? Это просто было прямое попадание, и ему не снесло ни хп. Потому что у них типа кактусовый армор? Да вы что, охренели что ли с своим кактусовым армором? Да я сейчас поставлю против вас кого-нибудь, я даже не знаю прям кого, сейчас его придумаю и поставлю. Кого я на 5500 могу поставить? Такого прям ух. Визарда, мага. Давай посмотрим, как они справляются. У них вроде сильная молния, они там еще контролят. Давай, 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 давай. Что-то пока плохо. Крутящийся крокодил. Нет, это плохо. Их надо ставить с кем-то. Но не одних. Одни они ничего не сделают. У меня, в принципе, хватает на танк Давинчи. В принципе. У меня также, который хоть какую-то конкуренцию составит. О, может... А, ну и чё? Я даже не знаю. Может, Potion Sellers? Ну-ка, а ты иди сюда. А сюда иди. А сюда. Отсюда будете стрелять. Ха-ха, смотри. Подожди. А вдруг сработает? Хорош, закидываем алкашки крокодилов. Крокодилы теперь пьяные. А танк Давинчи, ну, просто крутится и убивает всех. Блин, какие они, ты посмотри, какие они армористые. Они не жирные, они именно армористые. Ну, я ничего не могу с этим поделать. У меня нету никакого юнита, который игнорирует армор или что-то такое. Что это у тебя за штуки? А они разве были? А, это в меня воткнули, я понял, я понял. Все, я понял. Так, смотри, какая, короче, страта рабочая. Они-то... А ты чего не стреляешь? Я извиняюсь. Тебе угол не позволяет? Тебе образование не позволяет? Я тебе сейчас помогу. Сейчас, подожди. Давай. Выезжай напрямую поверхность. Вот, 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 все, все, все. Нихера себе. Самый такой ДПСный юнит. И просто стоит, ничего не делает. Так, ну у меня танк Давинчи, в принципе, живой, вообще фуловый. Сейчас потихоньку будут выходить из-за дома, а я потихоньку их буду минусовать. Минус один... Минус 2. Минус 3, очень громко я отлечу. Так, я один, конечно, застрял. Ну, конечно, застрял. И сейчас будет... Будет проблема на пустом месте. А, вот они еще. Ну, давайте. Ну, не с этим, чавы. Может, у них... Может, у них армор тоже из крокодилов, а не из кактуса. Да, по-моему, это крокодил. Это модные чуваки из крокодиловой кожи. Ну, ладно, здесь дело времени. В принципе, у меня времени много. Я вот от... Полетаю здесь и посмотрю. Рано или поздно кто-то должен победить. И, скорее всего, это буду я. Так, смотрите, один, короче, вышел. Сейчас он умирает. Я надеюсь, он меня не убьет, танк Давинчи. А у меня там хп-то ни хрена, по крайней мере, у юнита. Так, ну-ка иди сюда. Сейчас надо прям аккуратненько. Вот сюда вылетаешь. И стреляешь, 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 ты сам стреляешь, не надо. Я поражение не переживу. Не подпускай его, не подпускай, не подпускай. Сейчас, смотрите, кинематографичные, знаете, ракурсы. Давай. Отойди от танка. Он меня сейчас убьет. Слышишь, механик? Ты думаешь, у меня танк сломался, ты хочешь его починить, поэтому лезешь под него? Не надо. У меня Давинчи сам, ты там такие технологии, тебе даже не снились. Там супер двойная, этот, как, двойная шестеренок и все, и чего? А, мы его не добили. Ну, теперь добили. В смысле? О, так там дефит было написано. С какого хера там было написано дефит? Не понял я вообще. А почему? А давай я всех сюда поставлю, чтобы они сюда шли. А отсюда они, кстати, по-моему, спрыгивают, да? А вот тормоза. Да, 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 к сожалению, они отсюда спрыгивают. И сейчас вот примерно то же самое будет твориться. Ха-ха, смотри, смотри, смотри. Крокодил укусил пушку, решил покататься на карусели. Так, ну и все, это, конечно, слив. И это слив, потому что... Жалко, мне на обычный танк не хватает, он бы всех тут разнес. Хотя не факт, хотя, ой, не факт, ой, не факт. Сколько у тебя хп? Блин, у танка Давинчи неудобно вообще хп смотреть. Пока нормально. Тебя там не тошнит? Воу, я нормально, вло. Ну и хорошо. Держись, Давинчи, держись. Опять.
Опять затяжная стратегия. Так. Смотрим, значит. Ну вот и все. Даже и менять ничего не пришлось. В принципе, если ты придумал стратегию, она один раз не сработала, не торопись. Скорее всего, это рандом. Так, ну да, да, вот еще спрятанный крокодил. Короче. Крокодил на грядке. Крокодил в кустах. И вообще армия крокодил. Ай, там еще и снейка. Как сказать-то? Змея в банке. Вот, там еще змеи в банке. Что мне с этим делать? Ну, у меня есть 7500. Тут просто нельзя затягивать вообще. Тут только если, короче, затупишь, тебя просто снесут. Потому что сейчас они сразу кинут чайники. Из них сразу вылезет, по-моему, 3 или 4 змеи. И это прям очень плохо. Поэтому будет вот так. И так будет с каждым. И монахи. Монахи пойдут вперед. Немножко фаер-арчеров. Самурайчиков. Охеренная стратегия. Просто ставь подряд всех, кого хочешь, кого знаешь. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Наверное, фаер-арчеров зря поставил. Они сейчас просто своими фейерверками будут во всех подряд. В змеи будут, короче, стрелять. Не будут попадать. Да, это что-то немножко было неправильно. Ой, смотри, сколько синих хпшек. У меня просто рябит в глазах. Да, это вообще не то, что нужно. Здесь знаешь, что нужно? Во-первых, гангслингера сюда. Чудо гангслингера, чтобы он оттуда... Надо как-то сделать, чтобы он оттуда не с... Это... Не спрыгивал. Ты же не спрыгнешь, ты же застрянешь, или ты дебил? Но он, кстати, застрял. Вот сюда? Он теперь точно застрянет. Однако будет оттуда стрелять. Так, и знаете вам, не знаю, кактусов? Куча кактусов. Два гангслингера, куча кактусов. Так, не вижу, чтобы гангслингеры стреляли. Уже пора. Уже самое время. Нет, они оттуда, короче, не достают. Очень плохо. Ну неужели мне фараона надо ставить, чисто чтобы гангслингеры никуда не ходили? Ну это тупо. Я понял, короче, не гангслингеры. Я понял, не гангслингеры. Я понял, личи. Личи, 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 личи. Смотри, раз лич. Два лич. Три лич. И мэд-механик, 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 мэд-механик. И парочку шедоу-вокеров, чтобы вас, типа, там, навести суету. И думбрингера даже хватает, нихера себе. Ну-ка, на, все. Все, это победа, я тебе отвечаю. И все решат тут личи. Хорош. Хорош. Ну, мы что-то пока, подожди. Пока рано радоваться. Ну да, добрый. А чё всех убили? Даже Думбрингера убили? Серьезно? Так, что-то пошла какая-то тяжелая катка. Они попали в него. Так что меня бесит, что я не вижу тучки. Как сделать, чтобы было видно тучки? Давай, reset default. Все. А, сейчас, секунду, еще раз. А здесь видео. Reset default, apply screen, и все. Вот, хорошо. Так, смотрим. А, ну, она по дефолту вертикальную синхронизацию отключает. Нет, вот это единственное, что надо включить. А что если... Не, подожди, ну не работает, я понял. Вообще у меня хватает прям на 7 личей. Прям круто, да? 7 личей. Это 6 личей, если что. Но это правильно. И 1500, вот прям кто может всех собрать вообще, отвлечь на себя, пока личи будут делать свое дело. Хреномансер. Ой, это же чувихи с щитом. Ну-ка давай посмотрим, что можешь. А тучки мне покажешь или так и не пока? Нет, не показывает тучки все равно. Это, короче, видимо, из-за мода. Это из-за мода не видны тучки. Очень-очень сложно это все пройти. Чё-то херня. Короче, стратегия 3 смерти, походу, работает. Так, чисто без заморочек, знаешь. Да, да, все. Так, опять меня вертят, как хотят. Просто то слева, то справа, то сверху, то снизу. И это фа... Это фараон? Фараон. То есть, подожди. А где у нас? В Легасе фараон же был, да? А, ну да, это же мод. Я немножко забыл. Короче... Это следующая карта. All Hail
Сколько мы прошли? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Табиш прошли 6, это 7-я. У, еще тут намного на самом деле хватит. Пока на этом закончим. Вот такая вот компания. Классные, интересные, новые юниты с новыми способностями. Прям свежий глоток нашего контента в нашей любимой игре. Продолжим уже проходить кампанию в следующей серии. А на этом пока все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Ставь их там сбоку-сбоку два раза. Вот этого херя. Сколько дали денег? Подожди, 6 тысяч. Ну да. Ну ладно, я, извините, я немножко удивился просто. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте нравится. И до встречи в следующих видосах. Счастливо!